Фермеры выложили на прилавках золотые тыквы, капусту, виноград, зелень, рыбу, мясо, творог. Организовали дегустацию колбасных изделий, сметаны, выбирая на вкус. Ярмарки-привозы пользуются у покупателей высоким спросом. Большой продуктовый ассортимент привлекает сотни анапчан, но нареканий тоже много. Чтобы хотя бы немножко пониже цены были, все-таки дороговато. Я вот на прошлой неделе купила хрен за 350 рублей килограмм. Вы представляете? Я была в шоке. Администрация города жителей услышала. На ярмарке провели комиссионное обследование. Главой администрации поставлена задача по наведению порядка на ярмарках-привозах. Сегодня мы комиссионно начали эту работу. В комиссии приняли участие санитарно-эпидемиологическая служба, ветеринарная служба района, управление торговли, управление сельского хозяйства. Комиссия увидела множество нарушений. Неопрятные рабочие места, отсутствие холодильников для хранения мяса и так далее. Проверили документы и сертификаты на продукцию. Особое внимание на ценники. Например, творог должен быть расфасован. На ценнике обязательно должна стоять дата фасовки и срок годности продукта. Первые результаты нашей проверки неутешительные. Мы действительно видим, что здесь много грязи. Уборка совершается не в тех масштабах и сроках, которые необходимы. Многие в рабочее время не соблюдают элементарную чистоту своих рабочих мест. Также много вопросов у нас сегодня по ценам. Мы эту работу уже начали вести. На сегодняшний день на многие позиции мы цены опустили. Члены комиссии провели анкетирование среди покупателей и продавцов, чтобы выявить потребности и недочеты в работе. Проверки станут регулярными. Кроме того, сотрудник муниципалитета теперь обязательно будет дежурить на ярмарке в специально привезенном помещении. К дежурному сотруднику можно будет обратиться по любому вопросу работы рынка. Также у нас к следующей неделе уже планируется установить громкоговорительную связь на ярмарке. Это будет и музыкальное сопровождение, и также будут вслух оглашаться те цены, которые рекомендованы. Места на ярмарке предоставляются бесплатно, потому и цены должны быть ниже. Ярмарки взяты под пристальный контроль городской администрации.